Товарищи. Привет. Сейчас, секундочку. Вот это Катюша Базжанова. Никто не узнает случайно эту девушку. Это та самая тетка из очереди, которая несла портрет Родниной, да? Вот, и которую Роднина потом назвала тетка из очереди. Вот, ну, всем бы быть такими тетками. Давайте ей громко, дружно, одновременно похлопаем. И кто хочет присоединиться к левой колонне, идите за ней. Она сейчас вас проводит. Но можно не сразу, потому что сейчас я спою одну песню, которую... Я сегодня исполню впервые. Вот, и я бы хотел, чтобы вы все слушали слова, потому что, ну, сами поймете почему. Немножечко шире круг, вот если буквально там на метра на три немножечко сделать пошире круг. Еще немножечко. И еще. Спасибо. Ты меня не ждешь, не сидишь, не рыдаешь от острога тюрьмы, от зоны спасаешь. По конторам СИЗО, по судам мотаешься, чудо-юдо дракона одолеть пытаешься. Познакомился с ребятами, пригласили провести выходной. Собраться у метро, пройтись по улице, дойти до площади веселой шумной толпой. Мусора тушили в шестером, запинывали, смертным боем забивали дубинами. Я дерзну схватить за руку Конопатова, что на тебя замахнулся, вражину проклятого. Тому назад 10 лет он дал отмашку менту, маму спасая, наказывал, не бойся. Страх недостоин, чтобы давать ему власть над собой. Ты не спишь, я знаю, на ноги всех подняла. Адвокаты роют землю, сбиваясь потрое в стае. Друзья и незнакомые всюду пишут, звонят. С листами ватмана, с коробочками ходят, стоят. Ты меня не ждешь, не сидишь, не рыдаешь от острога тюрьмы. По конторам СИЗО, по судам мотаешься, чудо-юдо дракона одолеть пытаешься. Ты мне пишешь, да письма доходят, через раз, через два да зачерканы. Мы видимся с тобой через стекла, сперва через стекло телевизора. Показывали нас по Евроньюз друг другу. Не по первому, да не по второму, не по зеленому, что на три буквы. Теперь через стекло аквариума. Когда меня уводили, сын все видел. Папа, папа, тянул ручонки. Он отомстит, расскажет сестренке, когда она на свет появится. Темную
дочь поет перед фотокарточкой дедушки. Когда-то маме заводила пластинку, а мама мне, бабушке, дедушку дождалась. Он тоже за нее вписался перед фризами, и осколок в него вцепился. Много лет держал, не отпускал, цепко держал, пока совсем не забрал. Ты меня не ждешь, не сидишь, не рыдаешь от острога тюрьмы, от зоны спасаешь, по конторам СИЗО, по судам мотаешься, чудо-юдо дракона одолеть пытаешься. Впервые столкнулись, декабрь, ступеньки у театра сатиры. Искорка в глазах, озорная улыбка, дрожь по телу, волна по эфиру.